И вот она пришла, она была всего одна такая, и мы несколько месяцев, конкретно, получается, 2 месяца мы ждали прихода следующего автомобиля вот в этом великолепном цвете. Он эксклюзивный, он такой один, все остальные цветовые хорошие, но обычные. А вот такого перламутровый перелив, то ли розовый, фиолетовый, немножко в золотое, это просто какой-то космос. Этот автомобиль еще и имеет очень красивый салон. Салон гармонично красивый для этого цвета, потому что, как я сказала, здесь есть некий золотой отлив, и здесь салон из рыжей кожи, не марки, при этом, посмотрите, какой нарядный, очень красивый, то есть, ну, прям со вкусом сделано, не только со вкусом, но и с умом. Видите, внешний обод не белый, внешний обод коричневый, он обычно пачкается. Далее здесь, видите, вот это лакированное дерево, ну, я думаю, что это пластик под дерево, честно, не знаю. Выглядит и ощущается как пластик под дерево, если честно. Но прям это качественно, хорошо, все состыковано. Все швы, посмотрите на прострочки. Все просто идеально. Ну и самое главное, видите, цветовая гамма. Хочу вам еще заднее сиденье показать. А, у нас оно тут поднято. Сейчас мы это решим. Вот. Опа. Так. Так. Смотрите, вот как выглядит заднее сиденье. Вот открываем подлокотник. То есть основное, что хочется рассказывать и показывать про этот автомобиль, это эстетическая часть. Что же касается комплектации, то это стандартная Voya в последнем поколении текущем, у которой есть подогревы, вентиляция, массаж сидений. Это последний гибрид, это не полная электричка. Кстати, слышали новость про наши последовательные гибриды и электрички? Мы берем их на обслуживание в сервисе Леса Рулит, и на эту машину вы можете приобрести гарантию и вообще ни о чем не париться и не бояться в дальнейшем по каким-либо поломкам этого автомобиля. Панорамная крыша здесь с люком, адаптивный круиз-контроль. Ну, вы видите, здесь 3 экрана, но это стандартная воевская штука. Вот здесь такие вот сделаны интересные решения по дизайну. Далее очень хорошая камера. Далее вот здесь один из этих слотов – это беспроводная зарядка. Машина на пневмоподвеске. Вот с таким вот ключом. У них новые ключи, они отличаются от старых. Вот, видите, не буду доставать из пакетика. Короче, налетайте. Пока она одна. Мы заказали еще, но она будет вообще фиг знает когда. И, может быть, сейчас мы в заказ возьмем на нее предоплату. Вот, вот эта машина в свободном наличии, свободно доступна к продаже. Давай едем.